А спонсор сегодняшнего видео – сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Все готовы, отсчет. Во приколы. Ну, мы типа так уже привыкли. Мы уж так 4 килла сделали, плюс я в гильдии так осваивал. Я же всю эту тактику, все эти метки, все эти раскидки по группам, это все гильдейские тактики. Вот. Ну и тут прямо из новеньких людей, которые именно со мной ни разу в рейде не были. Знаешь, сколько? Таких людей, наверное, 3-4. А остальные уже, ну, как по этой тактике, покиляли со мной. Квадратик рейнджа хилы. Watch your step. Или чуть. Портал жмем или полетели? 3, 2, 1. Special coming. Здорово, спасибо, спасибо. Поменьше уже посильваем. Watch your step. Поехали лево-право, цепи далеко друг от друга, милишники спокойно могут дамагать их. Рэнджи хил и квадратик. Чуть меньше в Сильвану, чуть меньше. Да я больше сейчас тупну. Ну уже можете стопать, да, по факту. Го свич мобов, го свич мобов. На ком нет фиксейта. Да и на ком есть, станы просто раскидаете. Пошли уже потихоньку в роламбик, в печенечку. Давайте, рэнджи добьют нам босса. Phase change. Все, phase change. Watch your step. Немобильные милишники к ближайшим, хилы в центр. Ну и там и мунеры в дальний какой-нибудь пак. Давайте, давайте. Потом после пула скажу кое-что. Ох, ребят, как много вас в центре. Ремайндер еще с первой фазы тикает. Там будет много, они зависят от игроков. Никто не умер, играем, хорошо, молодцы. Первая, третья пойдет прямо, вторая, четвертая пойдет направо. Луару поставит спринт тотем. Это, когда мы выбегаем из вот этого миликэмпа, пока стакаемся в печеньке, нам надо спринт давать какой-то просто. Вот что я хотел сказать. По группам, первая, вторая, лево? Ой, первая, третья. Первая, третья сейчас прямо, вторая, четвертая, право. Окей. Watch way. Вроде же правильно сказал. Вроде, да. Что-то показалось, кто-то с платформы улетел. Про напульчики не забывайте, там ханты, роги. Справа приступните. Пусть она реально духами пропердит. Пропердит, тогда убьете. Ты поздно сказал. Ладно, ладно, бегите, на конце каст кикайте. Interrupt. Вроде должны успевать. Хорошо. А, гейт нам нарисуйте. Хорошо. Немножко сейчас отойдем от босса. Отошли чуть-чуть от босса. К боссу сейчас все подходят, и гейтом мы выходим от босса.
Три, два, один, нажали. Рановато кто-то, ну ладно. Немножко ковыряем босса и уходим по мостам своим. Вы можете уже разбегаться, не мобильные милишники. Я просто про ошибки РЛов, которые еще потом начинают горячить, человеки понимают, где лево, где право. РЛ сам в силовой ситуации, но вот игрок тогда. Или? Ну... Вам расскажу. А, никто не бернул его? Ладно, окей. Блядь, отвлекся. Не дали БР Авару. Watch your step. Выбежали левая группа. А, у нас даже не было завеса. Хорошо. Перед мордой не тритесь. Watch wave. Духи пердят. Аккуратнее. Interrupt. Гейт нам нарисуется. Watch wave. Не вижу еще гейта. Watch your step. Скоро будет гейт. Жмем гейт. Ну это гейт поздний очень был, ладно. Два варлока. Ладно. Отошли чуть от босса. Spread. Отошли от босса. Стакаем энергию. Белта откатится. В смысле, конечно. Всегда откатывался к третьей платформе, да. Ну сейчас что-то прям вообще могло урону. Нет, мы все правильно делаем, все хорошо. Дотаем Сильвану сейчас. Phase 3. Через Андуина Сильвану продотаю, слишком далекий у меня спавн. Я берну вару. По своим местам не забывайте, да? Будилдерык, будилдерык. Присты дают диспел монаху, если что. По местам. Сейчас мрак будет. Watch your step. Хорошо. Остальные в мели, танки там краешком диспельтесь. Давайте, давайте. В мели вроде в вайт, да, не пойму что-то. На ярости банши всегда в мели, хиден, не забывай. Прыгаем на следующую. Забери. Собираешь там третью кучки? Угу, вторая, третья одновременно, третья на самую дальнюю платформу прыгает. Давайте, 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 уже, уже, уже. Ну все, ты сдох на варе. Наверное. Семечко, ты везунчик. Скоро мрак по своим местам, крики по своим местам. Танки прям под босса, в одну модельку вставайте, вы много дэмэджа не получите. Мраки по своим местам. На ком дебафы в мели. Перекройте нам войды, правильно перекройте их, не улетите с платформы. Ярости, пора диспелиться. Олег мужик диспелил. Не идите за боссом. Стойте в центре. Про купола курин не забывай. Как бы хороший сейф для нас тут. Соберите неудобные войды. Дайте место друг другу. По одной стреле прыгаем. Поочередно. Мраки по своим местам. Ахмелёнка диспел. Отойти мили от босса. К краешку скоро будем прыгать и масс диспелится. Го к краешку. Масс диспел и прыгаем. Мастер спал, тут все хорошо.
Геру после пропердёжки её, я скажу, секунд через типа 30-40 что-то такое будет примерно. Нам поты надо будет выпить по-любому. Мы не хотим четвертую играть, если честно. Тут опасные будут войд зоны, ценой своей жизни нужно белые войд зоны крыть. По местам. Геру, Геру, Геру. Поехали, давайте, Геру. Закрыть войды. Watch your step. Run out. Стрелы по одной прыгают. О, стрела нарезалась, блядь. Вы улетаете. Это семечко от хил. Собрать неудобные войды и скоро диспел. Я налажал, сорян. Он вроде окей. Олег, мужик, диспел. Забери себе босс. Мили в центр. Кольник кош. Один бы нас сильно не продамагал. Играем, играем. Неудобные войды соберите, скоро опасные войды белые, их нужно очень сильно перекрыть. Закрою одну. Мраки, сейчас скоро по своим местам. Много стаков на себе не сделайте, самое главное. Мрак отыграть и прыгаем на next платформу скоро. Угу, выхилить, не знаю. Го на next платформу и вставим на ковенантский значок. Сейвы накидать. Много сейвов. Пот не выпил. Сказал, мужики, пьем пот, и сам, блядь, не выпил. Позорник. Разбегайтесь по своим местам, скоро диспелы. Ножи. Просто отыграйте, доиграйся. Ах, миллионка диспел. Сейвы нажать. Ну, молодцы. Что-то тренированные люди пришли. Ну, всем удачи. Ну да, все. Очень быстро. По луту, давай смотреть. Это латные плечи. Это кольчужные плечи. Это кожаный пояс. Это запястья тканевые. Такой бред вообще. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь, вы, блядь, творите?